Первый прививочный пункт в ТРЦ заработал в столичном мега-Силквей. Там в порядке живой очереди прививку может получить любой желающий. Достаточно иметь при себе удостоверение личности. С 10 утра до 10 вечера в торгово-развлекательном центре могут привить до 300 человек. Вакцинироваться можно и в городских поликлиниках по прикреплению. Для этого следует заранее записаться через электронный портал ЕГОВ или позвонить в колл-центр. А уже в назначенный день и час получить антиковидный препарат. Главное не иметь противопоказаний. Желающих очень много. Мы их сами вызываем по плану. А есть и те, кто слышит от соседей, от родственников, приходят к нам. В день я прививаю 60 человек. Нельзя прививаться беременным, кормящим. Нельзя прививаться тем пациентам, кто за последний месяц уже привит был от гриппа или от дифтерии. Также нельзя прививаться пациентам, кто уже за последние 6 месяцев переболел коронавирусом или же было в последние 14 дней в контакте с ПЦР-положительным пациентом.